Важнейший тренд в развитии видеонаблюдения – это интеграция систем видеонаблюдения с системами промышленного телевидения в целях наиболее полного и эффективного решения задач в промышленности и технологиях. Одна из значительных проблем – это высокая монополизация промышленных рынков. И для ее преодоления требуется создание бизнес-партнерств между компаниями, которые производят системы промышленного телевидения и проектируют, инсталируют системы видеонаблюдения. И вследствие этих партнерств может появиться и более высокая конкурентоспособность новых игроков, и новые явления на рынке. Мне более всего понравилось большое количество присутствующих здесь специалистов, глубоко понимающих проблемы отрасли и смежных отраслей.